Аллах не зачем не дай. Вот он не смог. А, ты Машу подвезли. Машу подвезли. Ой, Саша. Зима. Да, зима. Режим поменялся. Ты как пойдешь? Он взял еще просто. Зима не веется. 3 километра туда, а среди нормы и птерас, где 3 леса сделал. Очень тяжело. Блин, ну как мне присядать? Очень здорово. Дима, сядь, сядь, сядь. Просто холодный божий пенсион. Я не засыпаешь, я хочу. Чисто овощи, фрукты, не? Да. А что, так вы не перепутайте колу с этим. Все темного цвета. Да не, что там бы перепутать, что? А где Вазгина? В Азербайджане. Да. В Азербайджане. В Турции приходили. Он в садике не работал, да? За маленького школы, почему не работал? В Турции помидоры делают. Эй, Молдавия и Камаль. Да нет, что за чистый очень понятно. Нельзя. Это морская сторона. В Греции консервы. Это овощи. Шлица. Опакайли. Икра, икра. Сейчас ем, подожди. Солон, Иран, Солон. Не трогай, а то они кусаются. Да, Египет. Нет. А мы дальше не уедем далеко. Тут два месяца. Да, они никуда не денется. Это я же для семьи снимаю. Зачем? Вот так на память. Ты что? Это никуда не выкладывается никогда. Ты что? Ну смотри, это я. Это вот это он говорил этот какого. Что? Скажи еще что? Кур что? Куркут. Пшеница. Вот это Илья. Вот это вот самый горячий. Вот Куркут, короче. А это вот мы поехали. А там барышка Алик. А там барышка. Дима, барышка попробуй. Видно его? Что это? Что? Это на, поснимай, короче. Это камера. Это тебя снимает камера. А это джабья. Знаем все. А мне вот это светит прикольно. Прям, о, голову. Влади, может как-нибудь повесить вот там. А не надо все. Уже осветило. Все равно слепо. А это товарищ Хачкян. Я думал туда пересесть, на ту сторону. Надо было. К сожалению. Дружба с Китаем на верхнем. А Дима Конкинян. Не Конкинян, Конкиняшвилина. Так. Улыбка тут смотри. Ты на чем приехал? Он на Рафи приехал. Он в машине видит. А, не, ништяк. Мы поехали. Воронеж мы друг друга видели. Празднование продолжается. Какой день, скажи? Шестой. Скажи, какой? Пятый или шестой? Пятый. Ну, с 8 числа. Едут, говорит, едут. Поехали. Четвертый. Пятый день сегодня. Там у нас встретили. Ну, это официально, неофициально уже давно. И оттуда до сюда. Это неофициально при зачатии, я думаю, как узнали, что она беременна. Все, короче. А когда высветили все, что хотели, заузикались когда, правильно? То планку сорвало у всех, как бы, да? Ну да. Не, ну что не сорвало, у меня бы сорвало. Валик, у меня бы сорвало. Сорвало бы, да. А мой сын бракодел, короче, вот так. Да нормально, что? Ты вам можно сам? Девочка Ангелина родила, слава богу. Да, можно мотор? Да, самолет. Последний там, да, даже не вижу. Опа. Ага. А больше муж, ребята, я уже наел. Давай завтра я поеду. А что ты не кушаешь? Что ты работаешь? Алик, больше что не кушаешь? Я поел только. А? Понял. Что, как дядя? Да и дали нам. Ну, спасибо. Кофейка. А нам еще воды? Электричество? Нет. Я мне столько много фотографий. Покойного дедушки. Потом помнишь этот приезжал из Москвы? Вартан, да. Это да. Да, здесь вот Алика. Да? Ну там есть дед еще, вот тут здесь мы фотографируем. Потом смотри, короче, в день свадьбы, или не в день свадьбы, Самвел Шагенович косит траву. Я это не помню. И Фатепа
Что, я тебе говорю, Аня, ну, Анушка вообще подходит к папе, да. И он с этой косилкой, с ним, на нее падает трава, все вот это, я тебе говорю. Ну, там помнишь? Я помню. Я помню, а прическа сделала? Откуда я тебе говорю, ну я не знаю, ну суп там, по видео, блин. Джимми. Хорошо, отдам. Хорошо, что я никуда не делаю, я тебе вот просто, у меня они стоят и все. Видео. Бабушка здесь, короче, приходит. Вот ему интересно смотреть, сейчас года проходят. Вообще, вообще. Егорян этот, как брат, как его? Альберт. Да, Альберт, да. Хороший мальчик. Ну да, только надо. Не женился сейчас? Она пустует. Пока не снял. Сколько ему лет? А как получается? Вот, да, в мае. Девки. Да может, здесь не говорит. Что значит не говорит? Да. Ужас, короче. Вот две дороги. Она в России где-то вот так параллельно. Ладно, разберемся. А 500 тысяч это не там на спине. Детей надо женить. Слушай, а если Сидигарян, слышишь, Сидигарян парадыча, если со мной дружить будешь? Дорога не меняет. Это 300. Спасибо. Здесь в Сочи... Ну а что, Альберт, хороший пальчик? Нет, просто говорю, что... Ксюшу надо куда-то шпихнуть нам, кровь разбавить. А чего? Она девка молодая, красивая. Конечно, правильно. Она девушка, кстати, не шалва. Да, будет только. Это 28, да? Ну и что? Красивый мальчик, гимнетика классная, дети получатся супер-пупер. Я как тесть, я тебе говорю. Просто я молчаливый вообще тесть. Ну, смотри, я не пью, не курю, короче, занимаюсь только вообще еще надо. Я научу их родину любить, в том числе и Армению. У нас один там есть. Я болтаю. Подоечали, товаром кисал миллионер. Но он говорит, да похоже. Ну один воевал. Все мастерки все погибли. В одну я оставил. Да, вижу войны. Процентом 90 мастерки все. Там добавлена была русская. Или поляне. Ну, оставили, все, убежали. А, именно с Мартакерта все убежали. Дима, мало собрали, открыли туда леса там. Они кто не знает, как. Понял? А сам наследие там перевозил. Мясо получилось. А курево лично взял. А он же не знает, да. Они же как выйти, чтобы попасть на базу. Я понял. Засаду попадали, член там. Начало такое. А потом. Вот это я серьезно. Зачем жизнь я закурил? Вообще. Не нужно вообще, не нужно. Мы пока не бросили, когда бросили, так и будем говорить. Ну я 8 месяцев, Дим, не курил и даже не понял, как я бросил. И вообще не курил. А ты тоже, ты сейчас тоже, да, бросил? Вот так, вот так. Покупай. 8 месяцев. Марк, разве болтай. Дима, вот так, рука моя здесь, например. Ну как-то вот мимо меня смотрели. И мне в глаза, посмотри. Сейчас вот здесь серьезно. Ты самого танца.
Она туда идет кормит. Она туда идет. Она их там кормит. Она не идет туда. Серьезно, она тут родила просто. Они показали, поэтому. Она показала, котят не трогать. Надо показать. Да. Котят не трогать. Котят трогал вообще? Да. Руками трогал? Руками трогал? Иди себе руки помой. Котят не трогай, а то мама тебя будет касаться. Одень. Иди себе руки мой. Слушай, руки мой. Одень. Лав-лава, ничего. Лав-лава, это чтобы деньги были всегда как у цыган, да? Да, лав-лава. Можно и так. Лав-лава. Пошли руки мыть быстро. Бегом. Руки мыть. Ходи. Иди давай, руки мой, Вова. Поздравляю тебя, правда, все. Пусть тебя собачка и не это. Не хулиган, руки помой. Алик, посадишь для себя. Вова, я тебе все сказал. Сейчас, сейчас. Дима, сядь, присядь. Так, заходи туда. Давай. Дима, не пускай его. Садись. Садись. А чего? Опасно. Смотри, смотри сюда. Вот, смотри на себя. Видишь? Это Сюзанна. Видишь Сюзанну с Азгеном? Видишь? Беспартийные. Видео. А ты что есть? Подожди. Как тебя зовут, скажи? Москва. Володя? Маленький Москва. Вова? Как Ленина? Как дедушку Ленина? Ульяна Вова? А фамилия твоя как? Хугия. Чего? Хугия. Хугия. Хуги кто? Ян? А ты знаешь, что все фамилии оканчиваются на Ян? Еще раз повторяю. Хугиян? А вот у меня фамилия Конкин. Если прочитать ник-нок, понятно? Я китайцы, знаешь, китайцы такие нации, да? У нас даже нацистовы похожи, хугиян. Кто? Смотри. Видишь, это дядя Илюша. А вот за ним там, за спиной, видишь? Это бабушка, как же правильно это сказать? Лана Ивановна. Лана Ивановна. Это его мама, вот они, смотри. И сейчас, если мы перемещаемся, видишь сюда? Вот так перемещаемся, бабушка уходит влево. И получается семья, вот они, смотри, видишь, маленькие. Вот это молодая семья Вазгенов, Джабьянов. Mm-hmm. Джабьянов, Вазгенов, Сюзан. В общем, короче, Сюзан. Эрик. Эрик – это родственник. Это эксклюзив. Это отдельный человек. Видишь, Эрик Труженик называется. Он ставрополец. Понял? Живет на Ставропольском крае. Дима, благодарный. А вот дядя Саша, смотри. Благодарный город. Правильно, дядя Саша или дедушка? Дедушка Саша. Как дедушка Саша обанкрачивает русское москальское население. Москали, они не русские, они москали. А это улыбается. Это вот дедушка, смотри, Вова. Вазген, видишь, шаги. Вот твой хлеб. Я уже все и потерялся. Нормально, это Илья. Снимай меня, на. Я? Видно меня, нет? Да, да. Да, видно, еще как видно. Познакомься. Давай, будем. О, наконец снимайся. Тут нету ничего? Ну, не кола. Ты попал. Вот так, бери, это же видео снимает, слышишь? На, бери. Только аккуратненько, не дергай. И вот так держи. И снимай.
Вон, да? Смотри, не-не-не, вот видишь, это экран. Там видео. Не-не, вот смотри, видишь, дядя Илюша кушает. Вот. Видишь как? Вот так, давай. Да. Похвалил, потому что кто? Своевременно не кушает, перебивается. Как Миша живут? То сутки голодный остается. Он бросил кую? Нет. Нет, так же куришь этот Максим Шмаксим? Нет. Ронхил, Данхил, что? Нет, вот мои, вот мои показывают. Не, ну Ротмес не по доходам живет человек, это видно. Ротмес это дорогие сигареты, подожди. Это Зерзалик дал последний. 55 рублей стоит, мои 58 рублей. Володя. Скажи мне, кем работает твой папа? Хорошо, вопрос хороший. Вопрос хороший. Кем? Кто он? С кем работает папа? Кто? Директор завода. Мясокомбината. Нет, просто директор завода. Потом, слушайте, он вырос. Вырос невозможно. Здрасте. Ты глава, когда снимает камеру. Причем не скрытая, это что в открытую просто. Ну, спасибо. Спасибо, Панча. Ну, как бы вот так, да? Это все вчера. Все в интернет пойдет. Все в интернет, причем, знаешь, что в ЦРУ туда. Чтобы они знали, что нам по барабану телодвижение. Крым наш. Я правильно говорю? Крым наш. Ереван наш. Наш. Карабах. Россия тоже наш. Наш. Что наш? Надо все вернуть назад. Тихо. Вас принеси для Саши тарелку. Что еще сказать? Да слава Путину. Кому вернуть? Надо все вернуть. Надо вернуть? Турция, Иран, Иран. Попался. А я не знаю. Я такой, что вернул. Вернул бы отдельно. Давай, иди сюда. Турция, Иран. В моем понятии надо отдельно его отделить, чтобы не было понтов. Там, не там. Вообще, если так, то все время будет война. Его надо сделать экономической зоной. Отдельно от Армении, отдельно от Азербайджана, пускай кто хочет там бизнес купить. Вот так. Отдельно какой бизнес? Не знаю, не знаю. А уж банки после, как Швейцарию. Нет, это не получится. Ничего. Война будет поставлена, пока не сменится. Это давно идет, это даже не сразу. Конечно, нет, Ленин. Слушай, одна история. Ульянов, Бланк, товарищ Бланк отдал им, потому что там что-то подписал Брестский договор, он отдал там это Антанта была. В общем, как там очень сложно. Себе сделал, как говорится, этот. Не, он остался у власти, ребят. Все. Ну, я говорю. Хрущев, вот смотри, Хрущев в советское время. Остался. Он отдал Крым просто вот одну вот так. Вот Крым на. Все. Саша, а мы сейчас еще расхлебываем. Колу будешь? Колу. Это не кола. Издевайтесь. Это не кола, да. Это Алик и не кола. Тетя Груша. Да? Тетя Груша вообще-то. Не, ну Аликина идет груша, наверное. Не, не. Да? Дима. Не, это я принес. Дима. Да, чисто Кока-Кола. Из нее сделали клюв. Это я со Ставропольского края тетю грушу привез. Грушу он привез, а я Кока-Колу, правильно. Саша, Вова. А где вас день? Где-то здесь. Пашка, ты мне должен, знаешь? Опять сюда идёт. Музыка? Не, да, нет. Он же до конца не написал. А. Сакара, тропка, чтобы нормально. Поливалка. Все равно все заберем. Ну, не сразу. Путин не зря ездит. Армяне одна. Я вот просто тебе так скажу. Я как человек россиян, русский, там не русский, а четко знаю, какая НАТО не воевала никогда. Это самая дружелюбная из всех, которые есть вообще в мире, которые существуют люди. Белорусы даже не такие, понял? Ну, у нас здесь древние просто исторические корни, поэтому. Скажи, почему? А зачем? А зачем? Мы христиане все. Очень сильно. Язык разный. Да ну что? Это же при царях. Ну, одно, пять турецко-русско-турецких войн о многом говорит. Да что? Сколько нас легло. Хотя это надолго, Карабах надолго. Надолго. Я думаю, с поколения смениться должны. Ну, уже так велотекуще будет. Такого, конечно, вражда, боевых действий. Вражда оно и будет, как говорится. Это не сгладимо. Ну, смотри. Неплохо. Русские, вот знаешь, сейчас так кажется правильно. Вот казачество, да? Да.
Свердлов Яков Михайлович, Свердлов. Ну да. Он... При власти он подписал декрет о расстреле царской семьи и расказачивании Кубани и Дады Дона. За это и поменяли. Смотри, смотри, что получилось, короче. 2,5 миллиона казаков, это семьи, дети, все, были уничтожены физически. Какой вы? Физически. Да, ну не считая гражданскую там это. Вот именно рассказывай, как вот раскулачивание было. Людей за корову, что у тебя корова, и ты хозяин, вот у тебя там три коня есть. Да ужас было, что ужас. Я, у меня деда раз. Знаешь, как сказать, пришли, а у нас дом вот так, ну, вот такой. А все в этих кизяки вот это делали, как саманы, короче, да. А он говорит, собрал дед, это не мой дед, а его дед, его, мой прапрадед. И он говорит, сынки, значит так, уходим землянкам. Уходим землянкам. И приходит представитель сельсовета и говорит, это Львовское село, вот здесь. Да, красногвардейское. Заберите. Вот так. Они забрали, и вот это я тут сижу, отвечаю. И в голод, и в голодовку тоже было, 30 рублей было денег золотых. Так, мне деды рассказывали жесть, я тебе говорю, это катастрофа. А вот деды хотели раскулачить, вот из-за того, что там вот это весь, как промышленный масштаб, да, самогонный аппарат. Ну это, да понятно, да. Да. У них у его отца там большие эти. Ну, вот шелковицы, как бы. Я понимаю, сады, да. Сады. А тут тоже были шелковицы. Да, это не то. Как сады Гати, вот эти сады. Полями, то есть территория, да? Территория эти были шелковицы. И у каждого. А потом же, ну, в смысле, колхоз пошел, все отдали. Дед мой, у него был 2 котла. Ну я понял, как бы. Да, здоровые, емкость. Одну отдал, одну оставил себе. Кто-то анонимку написал. Вот Самсон говорит. Самсон говорит, мол, кулак. Зачем? А он говорит, один котел оставил, чтобы людям отдать. Деньги брать. И все, его забрали. 5 детей. Они считали тогда. Они хотели забрать. И все. А там этот один учитель. И пластику на войну. Он 43 не воевал. Колеса делали. Немцы родственники. Это один самый, да, распределяли. Сколько они брали со стороны людей? Фамилия на то есть это, имена называют, ну, перечислил. Только это верхние руки, да? Ну ладно, это иди. А это я пока сидел, перечислял. А ты, что ты Времена были, да. Немцы делают, а немцы... Немцы. Здравствуй, немцы. Помню немцев. Дядя, сейчас речи. Рассказывай, как. Укусить, смотри. У меня вот так вот прям, вот так. Укусить. Ты три мне должен. Я только поставил полностью всем шагом.